Всем привет, ребята! Сегодня я с вами Миха, и сегодня мы будем с вами играть в симулятор московского метро 2D. И не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Так, давайте мы сегодня проедемся на... Давайте, короче, проедемся с вами сегодня 81-740. И еще давайте мы сегодня с вами поедемся на 81-718. Давайте сначала мы с вами поедем на 81-740. Давайте с вами поедем на 81-740. Так, давайте подключим с вами АГС и свет в салоне. Давайте откроем с вами двери. Так, ребята, сейчас закрываем с вами двери, когда будет 20 секунд. Закрываем двери. И 25 секунд едем. Так, все, поехали. Затормозили. Включаем, ребята, с вами информатор. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Петровский парк. The next station is Petrovsky Park. Все, ребята, закрываем двери и поехали. Все, поехали. Станция Петровский парк. Переход на станцию Динамо. This is Petrovsky Park. Change here for Dynamo Line 2. Все, ребята, затормозили. Включаем, ребята, с вами информатор. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – ЦСКА. The next station is CSKA. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Все, ребята, поехали. ЦСКА. This is CSK. Так, ребята, приехали мы с вами на станцию ЦСКА. Так, включаем, ребята, информатор. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Хорошовская. The next station is Хорошовская. Будьте вежливы, уступайте места видам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам.
Петровская. Переход на станцию Полежаевская. Наземный переход на станцию Хорошова Московского центрального кольца. This is Хорошовская. Change here for line 7 and Moscow Central Circle. Ребята, у нас 7 вагонов. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Шелепиха. The next station is Шелепиха. Шелепиха. Переход на станцию Шелепиха Московского центрального кольца. Выход к железнодорожной платформе Тестовская, первый диаметр, и аэроэкспрессом в аэропорт Шереметьево. This is Шелепиха. Change here for Moscow Central Circle, D1 and Aeroexpress trains to Sheremetyevo Airport. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – деловой центр. The next station is деловой центр. Следующая станция – деловой центр. Ну, поехали. Станция «Деловой центр». Конечная. Переход на станцию «Выставочная» и «Солнцевскую линию». Выход к железнодорожной платформе «Тестовская», первый диаметр, и аэроэкспрессом в аэропорт Шереметьево. This is «Деловой центр». This train terminates here. Change here for lines 4A, 8A, D1 and Aeroexpress trains to Sheremetyevo Airport. Поезд дальше не идет. Пожалуйста, выйдите из вагона. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Пассажирам запрещено находиться в поезде, который следует в тупик. За это предусмотрена административная ответственность согласно законодательству Российской Федерации. Так, ребята, опа, пассажиры не хотят уходить. Станция «Деловой центр», конечная. Переход на станцию «Выставочная» и «Солнцевскую линию». Выход к железнодорожной платформе «Тестовская», первый диаметр, и аэроэкспрессом в аэропорт Шереметьево. This is «Деловой центр». This train terminates here. Change here for lines 4A, 8A, D1 and Aeroexpress trains to Sheremetyevo Airport. Поезд дальше не идет. Пожалуйста, выйдите из вагона. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Пассажирам запрещено находиться в поезде, который следует в тупик. За это предусмотрена административная ответственность согласно законодательству Российской Федерации. Все, ребята, давайте с вами поедемся на самом последнем поезде. Это у нас будет... Давайте... 81-718, как я уже говорил. И все, поехали. Вот этот плохо, не видно. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Петровский парк. The next station is Petrovsky Park. Закрываем, ребята, двери и поехали.
Петровский парк. Переход на станцию Динамо. This is Petrovsky Park. Change here for Dynamo Line 2. Ребята, у нас станция Петровский парк. А не ЦСКА, по-моему, да, ЦСКА. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – ЦСКА. The next station is CSKA. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Станция ЦСКА. This is CSKA. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Хорошовская. The next station is Хорошовская. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Да все, поехали, ребята. Станция Хорошовская. Переход на станцию Полежаевская. Наземный переход на станцию Хорошова Московского центрального кольца. This is Хорошовская. Change here for line 7 and Moscow Central Circle. Ой, блин, я, ребята, Вику проехал. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Шелепиха. The next station is Шелепиха. Шелепиха. Переход на станцию Шелепиха Московского центрального кольца. Выход к железнодорожной платформе Тестовская, первый диаметр, и аэроэкспрессом в аэропорт Шереметьево. This is Шелепиха. Change here for Moscow Central Circle, D1 and Aeroexpress trains to Шереметьево Airport. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – деловой центр. The next station is Деловой центр. Деловой центр. Конечная.
переход на станцию Выставочная и Солнцевскую линию, выход к железнодорожной платформе Тестовская, первый диаметр, и аэроэкспрессом в аэропорт Шереметьево. This is Delavoy Center. This train terminates here. Change here for lines 4A, 8A, D1 and AirExpress trains. Станция Деловой Центр. Конечная. Переход на станцию Выставочная и Солнцевскую линию. Выход к железнодорожной платформе Тестовская, первый диаметр, и аэроэкспрессом в аэропорт Шереметьево. This is Delavoy Center. This train terminates here. Change here for lines 4A, 8A, D1 and AirExpress trains to Sheremetyevo Airport. Поезд дальше не идет. Пожалуйста, выйдите из вагона. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Пассажирам запрещено находиться в поезде, который следует в тупик. За это предусмотрена административная ответственность согласно законодательству Российской Федерации. Так, ребята, сейчас мы едем с вами в тупик. Поехали. Так, все, ребята, вот такой вот у нас был ролик, ребята. И не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал и ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну, был с вами я, Миха, и всем пока.